В Тверской области лось стал причиной ДТП. Авария произошла накануне на трассе М9 «Балтия» в Зубцовском районе. Водитель съехал в кювет и получил травмы. Специалисты предупреждают, сейчас в Верхневолжье период активной миграции диких животных. Об опасностях, которые поджидают автомобилистов на дорогах, о том, как их можно избежать, расскажем в сюжете далее. В интернете ежедневно публикуются десятки видео ДТП с дикими животными. Зачастую они происходят в конце весны и начале лета, а также в два первых осенних месяца. Сентябрь и октябрь – наиболее активный и опасный период у диких животных. В это время у них происходит осенняя миграция. Дикие копытные животные, в частности представители семейства оленей, это лоси и олени, они вошли в репродуктивный период. В связи с чем они теряют осторожность, выходят в населенные пункты, на проезжие части. Мы регулярно передаем данные в Управдор, а также в Министерство транспорта Тверской области для того, чтобы они устанавливали такие знаки. Мы передаем данные по местам наиболее частых миграций и пересечений дорог. А также, чтобы они устанавливали ограждения вдоль дорог и прокашивали обочины, для того, чтобы зверя было заметно заранее. По статистике, на дорогах Тверской области количество ДТП с их участием из года в год растет. В 2016-м 61 случай, в 2017-м 64, в 2018-м зафиксировано 73 случая. Исход происшествия оставляет желать лучшего. Автомобиль сильно поврежден, здоровью автовладельца причинен серьезный ущерб. Животное страдает. Но бывает и все гораздо хуже, когда ДТП несет смертельный исход. Поэтому в сезон активного перемещения диких животных водителям стоит быть предельно внимательными. Есть и наиболее опасные участки дорог, рассказывают специалисты. ДТП с животным миром происходит практически на всех дорогах общего пользования Тверской области. Но самые такие сильные аварии случаются на трассах М9 и М10, в связи с тем, что там наиболее высокий скоростной режим. Отметим, что большинство случаев ДТП фиксируются в вечернее, ночное и утреннее время. Максимальные пики происходят в период с 23 часов и до 2 часов ночи и с 5 до 9 утра. Будьте осторожны и предельно внимательны на дороге, соблюдайте скоростной режим и следите за установленными знаками.